Ждем Елисея, ждем Ивана. Все спят, все спят, все спят. Просыпается игрок номер один и орет. Просыпается игрок номер два, Флэш. Просыпается игрок номер три, Марина. Засыпает. Просыпается игрок номер 4, Елисей. Засыпает. Просыпается игрок номер 5, Иена. Засыпает. Просыпается игрок номер 6, Фил. Засыпает. Просыпается игрок номер 7, Ваня. Засыпает. Просыпается игрок номер 8, Камик. Засыпает. Просыпается игрок номер 9, Вверх. Засыпает. Просыпается игрок номер 10, Артём. Засыпает. Все спят, просыпается мафия, чтобы познакомиться. Дон укажет себя. А, я Дона вам не выдал, давайте... Ну, давайте, кто... Кого первого тогда? Да, Дон выдан. У вас есть минута, чтобы обговорить свои действия. Мафия стоит 10 секунд. Мафия засыпает. Комиссар приветствует ведущего взмахом руки. Супер. Ну, доброе утро, город. Утро у нас, к сожалению, не доброе. В городе завелась мафия. И искатель у нас будет ее игрок. Вечно первый. Игрок под номером один, Иван. Давай, Вань. Пока плохо получается. Меня не слышно. Или меня слышно. Все, окей. А, короче, во-первых, извиняюсь, опять же, за протуп в прошлой игре. Облажался, бывает. А, что хочется сказать по столу. Мой предшественник, который сидел на этом столе, на этом слоте, был черным игроком. Но он мне подсказал одну очень хорошую фразу, которая переводилась с итальянского языка. Семе пер Виктория. Сказал неправильно, но читается листка. Вместе к победе. Пусть это будет девизом этого стола. Погнали, вместе к победе, красный стол. Спасибо, передаю слово второму игроку, а я попью водичку. Спасибо большое, игрок номер один. Игрок номер два, ваша минута. Принимаю слово от черного игрока. Не играю с ним. Речь была отвратительная, не хочу с ним играть совершенно. Речь короткая. Зачем-то про Перла Витория от черного игрока в предыдущей игре сказал, когда предыдущий игрок типа был черным. Зачем это цитировать, не понимаю. А, можете играть со мной, можете брать первого игрока. Я не против, я не считаю, что он точно черный. Была шутка. Но я с ними играю, он серый, ближе к черному. Я не боюсь расставить такие акценты. Вот. А, на всякий случай дам короткий такой ремайндер, да, для стола. Если кто-то говорит, что другой игрок красный, будь это я, будь это Марина, или все считают первого красным, пожалуйста, не ведитесь этому до конца игры. Потому что, возможно, кто-то просто рандомно вкинул, что игрок красный, и потом все такие, да, ну пускай он будет игрок красный. Ну, а у нас игрок номер 4 был черный всю игру, его назвали есть красным. Хочу. А у нас игрок номер 1 вверх до этого, в предыдущей игре, был мафией, и все его окраснили. Я с игроком номер 1 не играю. Желаю победу сильнейшей команде. Спасибо, пас. Спасибо большое, игрок номер 2. Игрок номер 3, ваша минута. Спасибо, господин ведущий. Я поиграю с игроком номер 2. Мне понравился его посыл. Мне понравился его настрой на игру. Мне понравилось, что он сказал по первому игроку. Мне кажется, игрок номер 1 серым. Я бы не давала вот прям очень сильно в черную сторону, но серым. Он мог как бы и по красному, и по черному так поговорить. В принципе, посмотрим, послушаем. Выставляю игрока номер 1. Я думаю, мы послушаем его сейчас на бакиле. Он может сказать... Куда это записывать? Что он захочет поговорить. Играю с игроком номер 2. Игрок номер 1 серый. Спасибо. Спасибо большое, игрок номер 3. Один выставлено принято, игрок номер 4 разноцветов, ваша минута.
играю с игроком номер 2 по эмоционалу, по речи, по всему, почему только можно, по позиции также, потому что один брать не буду. С игроком номер 3 играю только по позиции, потому что речь мне не очень понравилась, но взяла двойку, выкинула единичку, у меня абсолютно те же самые мысли, таким образом играю 2-3-4. По единичке, единичка, смотри, какая фраза. Есть такое понятие, господина Вещева, что мафия — это организованное меньшинство, и мафия играет вместе. А мирные, они разрознены, потому что они друг друга не знают, и они играют не вместе. Поэтому эта фраза, это самая черная фраза во вселенной. Вот, возможно, ты просто говорил чушь, мы тебя еще послушаем на переговорке, и там будем дальше разбираться. Пока играю 2-3-4, передаю слово красивому игроку. Спасибо, пас. Спасибо большое, но игрок номер 8 говорит у нас позже. Игрок номер 5, ваша минута, пожалуйста. Абсолютно поддерживаю господина ведущего. А, смотрите, ну и ситуация такая, я думаю, 3-4 мафа один точно есть, может быть, даже 2, где на 4 почернее, чем 3. 2 мафа. А, в 1-2, один так все въезжают в 1, типа, что он... У 3 было не очень... 3, ты играешь с 2, тебе нравится его речь, но прикол в том, что его главный корень речи был в том, что 1 черный почти, типа, что он прям почернее, ему не понравилась его речь. И поэтому я считаю, что... Но я с тобой играю, поэтому не могу пока, Марин. Поэтому играю с 2. 2 реально покраснее поговорил. 1. Не нахожу его бетон черным. Нашел его речь короткой, мне этого не хватило. И поэтому я пока с ним играть не готов. Но, может быть, учитывая его игры, которые сегодня были, может быть, таким абсолютно красным. Поэтому посмотрим. Вот, 4 у меня прям, скорее всего, черный. Я думаю, что 3-4, там, может быть, даже 2 мафа потенциально. Я в это абсолютно готов поверить. Спасибо, пас. Передаю самому искреннему игроку за столом. Спасибо большое. И самый искренний игрок, игрок номер 6, ваша минута, пожалуйста. Ой, блядь. Бля, проблема в том, что мне, в принципе, из всех, кто поговорил, мне понравилась больше всего 5. Мне понравилась больше всего 5, типа единица, я соглашусь, что она поговорила как-то так, это самое, как-то, ну, не то, что прерывисто, какие-то вот эти все эти самые. Но проблема в том, что все 4 игры, которые мы играли, он примерно так и говорил. Вот. И... Двойка его нашла в сером, типа тройка на самом деле по позиции, она поэтому и сыграла с двойкой. А, ну, типа, она понравилась эту позицию, типа четверка это. Четверка в целом это типа подметил. Не знаю, я поиграю только с 5. С единицы я считаю, что скорее всего он красный. Вот. 2-3-4. Мне кажется, одна мафия точно есть. Ну, мне кажется, что есть одна мафия. Я не хочу, как 5. 5 взял, по-моему, в команду 2. Если я не ошибаюсь, вот. Но я не хочу брать. Я не хочу брать Юру, потому что. Ну, не знаю, он вроде поговорил нормально, но не знаю. Я не хочу. Я такой хочу играть с 5, потому что мне его речь больше всего понравилась из тех, кто говорил выше. Я оставляю, что 2-3-4, там есть точно одна мафия. Спасибо. Спасибо. Большой игрок номер 7. Бусинка, ваша минута. Не слышу. Прошу прощения, я говорю, я Бусинка, блядь, мне Джози дал вот это замечательное погоняло, вот это вот, знаете, прозвище, видите. Ну, как бы, сейчас я разговариваю с самым непрофессиональным игроком в мафию из вас. Конечно, очень выгодно на 2-3-4 вкинуть или так въехать жестко в единичку, что он серо плохо поговорил. Это очень выгодно, конечно. И там, да. 2-4 коммуницирует, проверка 4 даст продать цвет 2. Проверка 4 даст цвет 2. Не, почему нет? Троечка из них, из 2-3-4 тройка самая красная. Единичка может быть красная. Я с Филом согласен здесь. 5 въехал нормально в 3-4. Мне понравилось. Так, все, я больше не ем. А 2 проверяется. И что? Зачем? 1, 3, 5. Будешь въезжать. Твоя проверка не даст ни одного цвета. Угу. Моя нет. Играю с игроком. Вот такую позицию выжил себе. 1, потому что в него 2-3-4 въехали. Время. И 2-3-4-3. Ваня, быстрее. И поиграю 6. Спасибо. Спасибо большое. Дальше. Игрок номер 8. Ваша минута, пожалуйста. Так, самый красивый игрок приступает к речи. Смотрите, ребята. 2-3-4. Это господа магистры. Магистры. С ними надо аккуратно. Во-первых, они хорошо очень поговорили про единичку, выкинули из команду. Магистр. 5, я играю с ней железно. Он первый поломал этот паровоз, который сказал, что единичка красная. Я играю с 5, я играю с 6, где он играет с 5. Вань, я не знаю, ты вот говоришь 6 и 3, ну блин, ну там 2-3-4, там точно есть маф, понимаешь? И кто-то по-любому лезет, они очень красиво говорят.
Я хочу, ну, я в тебе красного нашел, поверь. В прошлой игре я в тебе черного нашел там, но не хотел ты такими доводами. Я хочу логикой, короче, рассуждать больше, а не эмоциями и мыслями. Играю на этот раунд 6-5. Вань, ну посмотрим, какую ты команду. Ты для меня ближе к красному. И единичку считаю красным. Спасибо вот большое, так. Да. Отличная история игрока номер 8, что он нашел четвертого в прошлой игре черным, но пожалел его. Спасибо большое, игрок номер 8. Игрок номер 9, вверх, ваша минута, пожалуйста. Спасибо. Я поиграю с игроком номер 2, потому что я вполне с ним согласен, то что первого нельзя найти ни черным, ни красным, надо слушать его и поговорить. Кстати, Денис, подумай, с кем хочешь поговорить, либо я, либо десятку выставим попили. Так, игрок номер 3 поддержал двойку, я в целом с этим тоже согласен. Но она, да, у нее слабее позиция. Кого выставить? Она, у нее слабее позиция. Игрок номер 4 как бы хочет сломать паровоз, но и вроде как бы и все равно остается. Я все равно возьму его в команду, но он будет самый последний в этом паровозе. Игрок номер 5 целенаправленно ломает паровоз без каких-то супераргументов. То есть каких-то там, ну типа просто они с друг другом проиграли. И вот и все. Ну типа это нормально, они нашли друг друга красным. Вот. Игрок номер 6 поддержал эту позицию, но мне кажется, здесь больше красная история. Ну то есть мне же 5-6, мне кажется, есть мафия, где 5, мне кажется, более черный. Игрок номер 7 взял старую позицию 1-3-7. Ну, кажется, на мафии это будет делать странно. Мне кажется, это так. Спасибо большое. Игрок номер 10. Артем, ваша минута, пожалуйста. Да, привет, город. Ну, я не знаю, ну, единичка, правда, поговорил. Он повторил. Что такое? А, да, кого выставить, единичка, скажи. Тройку, хорошо. Как там, 2-3-4. А, что? Объяснишь сам. Ну, попили, бля, ну, Тём, ну, играй. 2, 3, 4, 5, 6 в 1, а остальные в 3. А, короче, смотрите, мне двойка понравилась, как поговорил, потому что единичка, он, во-первых, повторил предыдущую речь, и в целом еще она, короче, была. Я с двоечкой поиграю. Мне не я подозреваю игрока под номером 7, потому что... Ну, Ваня, я тебя подозреваю. Потому что, смотри, ты озвучиваешь то, что тебе понравилась пятерка, которая 3-4 рисует разноцвет, но ты сам рисуешь разноцвет 2-4. Почему ты играешь с пятеркой, потом ты ее не берешь? Да, ты у меня подозрительный. Я четырех красных взял, да. Камик мне понравился, как я говорил. Девятка, в принципе, мало чего проанализировал. 3-4, окей, разноцвет. Я поиграю... Ваня, микрофон. Фил тоже. Я поиграю 2-5-8. Несмотря на то, что восьмерка играет с шестеркой. Спасибо большое. Итак, у нас голосование. Выставлены игроки на голосование 1-3. В таком порядке будет проходить голосование. Подними, пожалуйста, руки, кто против игрока под номером 1. Раз, два. Пять рук. Игрок у нас попил. Игрок номер 1. Пожалуйста, ваши 30 секунд. Ну, короче, смотрите. Для всех игрок номер 2 достаточно сильно окрасился. Но почему он окрасился? За счет того, что я хреново сказал. Логично, логично. Дальше. Третий игрок у нас сказал, что играет с вторым, и начался вот этот самый хайп-трейн, то, что у нас почти весь стол играет со вторым игроком. Только игрок номер 7 решил поиграть со мной, но непонятно зачем. Пытаешься купить мою руку, для меня это странно. Дальше. У нас Камик еще вспомнил, что 2-3-4, типа магистры, за ними надо сидеть внимательно. Это либо какой-то очень странный ход. Время. Спасибо большое, игрок номер 1. Игрок номер 3, ваши 30, пожалуйста, Марина. Спасибо, игрок номер 1, но пятерка не поиграл с двойкой. Типа, почему ты говоришь, что после меня с двойкой поиграл там все эти... То есть мне непонятна твоя речь сейчас, ты остаешься для меня серым. Дальше, пятерка, смотрите, четверка говорит, что он играет со мной по позиции, 2-3 по позиции, но при этом говорит, что у меня в целом был плохой. Пятерка за это зацепляется и говорит, что я ему не понравилась, но почему не говорит, и начинает жестко обижать меня. При этом, пятерка, ты с кем поиграл? Ты с единицей поиграл? Ты поиграл с двойкой. Спасибо, спасибо большое. Спасибо большое. И у нас переголосование. Проверяется 4. Кто за то, чтобы поднять игрока под номером... Ну, типа, кто против игрока под номером 1, поднимите, пожалуйста, свои руки. Раз, два. 5 рук. Остальные 5 уходят игрока под номером 3. Поднимите, пожалуйста, руки. Кто за то, чтобы вы ушли 2 игрока со стола? 3 руки. Все спят? Мирная ночь. Все спят. И просыпается мафия. Показывает, кого она будет убивать.
Мафия делает свой выстрел. Мафия сделала свой выстрел. Мафия засыпает. Просыпается Дон игры. Делает свою проверку. Дон игры сделал свою проверку. Дон засыпает. И просыпается комиссар. Комиссар сделал свою проверку. Комиссар заснул. Доброе утро, город! А утро у нас не доброе, потому что не стало очень харизматичного парня под номером 4. Игрок номер 4, ваша минута, пожалуйста. Блять, я прошу на себя проверку. Как меня наорался, проверка? Елисей? Я комиссар, проверял 8. 8 черный. Я не комиссар. Ну, я на себя проверку просил, где я комиссар? Блять, хуёво, если меня проверяли, Юр, по итогу. Смотри, да проверялся я, потому что мой цвет дает цвета единички и тройки, потому что я вижу одного мафа в 3-4, а ты видишь одного мафа в 1-3-4, поэтому для меня один красный, а 3 черный. Понимаешь, почему я проверяюсь? Ну, хорошо, меня отстрелили, проверка у меня, если была, то выезд, но неважно. Два для меня... Нет, для меня один красный. Для меня 3 черный. Для меня один красный, для меня 3 черный. Юр, пожалуйста, сыграй по моему завещанию, я ухожу. Для меня 3 черный. Для меня, скорее всего, 9 черный, потому что, типа, там какая-то инсейн позиция была. Ну, камик по эмоционалу не стал черным. Хотя, есть вопросики. Так, кого лучший ход? Я вообще думал, что... Я просто знаю, кто комиссар. Лучший ход, давайте оставлю... 3-9. Под ответственность Юра 8. 3-9-8. Спасибо большое. И у нас начинается день с игрока под номером 2. Флэш, ваша минута, пожалуйста. Большое спасибо. Я не уверен, что 4 красные, но пока мы будем этой теории исследовать, если комиссар его проверил, комиссар сиди, ничего не говори. Скорее 4 красные, чем черные. Я так маленькую просто мысль оставлю на потом. Смотрите, игрок номер 3 железно играет со мной, а игрок номер 1 обоссал меня на своей оправдательной речи. Что это значит? Значит, что среди игроков 1 и 3 есть черный игрок, потому что у них полярные позиции, а они вместо того, чтобы говорить по всему столу, у нас было много интересных речей. Игрок номер 5 сломал паровоз, игрок номер 6 это чуть-чуть поддержал, игрок номер 7 там показывает 2-4 разномаст. Многое, что было обсудить. Я никого из вас черным не называю, я просто говорю, что 1-3 я вижу разномаст, поэтому я поднимал руку, чтобы поднять двоих игроков. Я думал, что игрок один комиссар, номер один, но потом он такую речь дал про эти речи, что игрок номер один комиссар. Я знаю, кто комиссар. Комиссар сейчас сидит. Я надеюсь, что он проверил меня. Не 4. Если проверил 4, то хорошо. Игрок номер 4 назвал меня красным. Если ты комиссар, ты проверил игрока номер 4. Давайте пока подумаем, кого выставить. Я хочу послушать игрока номер 3, но, к сожалению, игрока номер 1 мы не послушаем, потому что нужно будет готовить. Спасибо, пас. Пока что. Спасибо большое. Игрок номер 3. Марина, ваша минута, пожалуйста. Спасибо. Я думаю, что игрок номер 4 ушел красным. Не думаю, что это какой-то самострел, как ты говоришь, типа, Юра. Ну, что ты, Марина, ты типа, не хочешь Ну да, я забыла, сори, да. Вот, поэтому из 4 у меня шел красным, он дает двойку красным. Я играю с двойкой сейчас. Дальше, по поводу того, что 1-3 ты говоришь, что есть один маф, возможно. Мне и речь единички не понравилась на оправдательном, то, что он говорил. Мне сейчас подозрительно также кажется пятерка. Я как раз то, что говоришь сейчас, Юра, сказала на своей оправдательной речи, что пятерка сломала паровоз и въехал в меня после четверки. Четверка сказала, что ему не понравилось я по эмоционалу. Пятерка просто въехал в меня, при этом никак мне это не аргументировав. Дальше, шестерка берет в команду пятерку, непонятно почему, потому что пятерка играет с двойкой, а шестерка думает, что один красный. Пятерка, а у тебя, ты говоришь, один у тебя ближе к красному, при этом с единичкой ты не играешь, играешь с двойкой, которая въехала единичку. Мне это вообще было непонятно. Ну, скажешь, хорошо, но пока что 5-1 для меня самые подозрительные. Вот. Игрок номер 7 взял вообще сраную команду. И спасибо большое, игрок номер 5, и на ваша минута, пожалуйста. Смотрите, ну, я, в принципе, типа, четвертый краснеет второго, второй поговорил сейчас неплохо. Давайте я выставлю 3 для начала, там посмотрим. Мне кажется, что 3 более черное, чем 1, если честно. Я сказал, что 1, у меня не нашел его черным, для меня он серый. Речь у него реально была короткая, не мог сделать по ней его цвет, поэтому я не взял его в команду и нашел его цвет. Но не сказал, что он черный, не сказал, что нужно в него въезжать. В этом была особенность. Вот. Нет, я этого не говорю.
Скамик будет хуярить, что он комиссар, он проверил 3-3 красные. И сказал, что он просто поговорил коротко, и не нашел ни черного, ни красного. И мне кажется, игрок номер 6 красный, как МХО. То есть он так поговорил, что, в принципе, мне... Я поверю пока, что он не посетит красным. Игрок номер 9 полез в вену игрока номер 2, я подумал, что не могу вместить черное, но 4 игрока сняет 2. Поэтому если 2 черных, то они вместе с 9, мне кажется, черные. Потому что 9 первый прям 2 очень жестко прямо краснил прям вообще. Вот, посмотрим. Я не уверен. Ну, то есть, мне кажется, 2 покраснее, 6 покраснее. 7 дают красным, я не знаю. Мне 7 может быть. Мне типа... Спасибо большое, игрок номер 6. Верни шаверму вашу минуту. Ой, бля, камень показывает сейчас, что 4, скорее всего, черные, двое, типа, двойка черная, двойка, девятка, либо кто-то еще. Ну, ладно, короче, если камень сам скажешь, я тебе не очень понятно, хочешь сказать. Бандит, да, вот, на самом деле, так-то Флэш для меня нормально поговорил, то есть он аргументировал, почему 1-3 для него разновост, я типа соглашусь, то я это тоже увидел. Согласен в этом плане, поэтому я Камика, конечно, послушаю, но я пока поиграю с Флэшом, вот. Позиция пятерки мне тоже ясна, и, в принципе, он не говорит ничего такого, с чем я бы не мог не согласиться. В этом проблема. И то есть я-то сам по себе красный, и пятерка типа слишком, он нормально все отмечает, и может ли он так делать на мафии, я не знаю, поскольку я с ним играю, условно говоря, только сегодня. Моя команда по-прежнему это 2-5, ну, в прошлый раунд я не взял двойку, но в этот раз ее возьму, потому что, опять же, он поговорил хорошо. Я бы тогда еще добавил бы десятку, потому что, на мой взгляд, десятка поговорила в конце, в предыдущем раунде, достаточно тоже неплохо. Вот, я бы туда 5, еще назвал бы десятку. 4, насчет, 3, насчет единицы 2, у меня большой вопрос, потому 1, что когда он говорил, он... Спасибо, большой голову. Игрок номер 6. Короче, игрок. Выставляю 1-3. 1 принято. Игрок номер 7, Пусинг, ваша минута. Странно, что Фил про меня ничего не говорит. Это интересно. Плюс мне интересно, почему 2-3 говорят, что я рисовал разномас между 2-4. Что это откуда такое? Что это вы придумали про меня? Я сказал 2-3-4, очень подозрительная команда, где третья была самая красная, я сказал, для меня, но после, не после этого, сейчас ты уже не самая красная для меня. Сейчас 1-3, почему, если бы там было бы два красных, может быть, и сломали, попил бы, как вариант, кто-то. Нет? То есть, ну, для меня единичка краснее, чем тройка, в данный момент. В данный момент единичка краснее, чем тройка. Я не пытаюсь себе в Вены выехать. Я взял себе команду по нулю, 1-3-5-6. Я на черном бы так сделал. Чтобы меня сразу проверяли, чтобы меня подозревали, выгоняли за такую команду. Нет, я красный игрок. Соответственно, между 3, 5 и 6 не вместе. 3 с 5 не вместе. Такие дела. 8 подозревает. Я беру команду себе двоечку. Сейчас беру двоечку, аккуратно единичку. Фил пока не нравится. Спасибо. Поставили внизу, разбирайтесь. Да, большой игрок номер 8. Камик, ваша минута. Просто, Вань, у тебя такая же позиция, как у меня, хотя у меня была позиция на предыдущем раунде, как, ну, как у 5-6. Если четверка действительно проверил, ну, типа, если комиссар действительно проверил ее красной, то тогда разбивается. Но я просто говорил Филу, типа, подумать за то, что 4-2, два черных. И это, ну, типа, и двойка сейчас сидит самая красная. Вот из-за этого я так начал параноить. Вот. Четверка меня вкинула, ну, блядь, я сразу начал смеяться, короче, типа, хотел показать 4-4 не ком, вот, потому что этот, ну, потому что у меня красная карта, я говорю. Смотрите, я играю с Ваней, ну, блин, я не знаю, вы тройку все топите на самом деле, если четверка проверена красная, я готов играть с двойкой, и по завещанию четверки. Но тройка хорошо поговорила в прошлый раз. И я не взял в команду 2-3-4 по той причине, что они что-то там мутили. Вот и все. Пятерка? Ну, блядь. Спасибо большое. Пятерка разбивала половину. Игрок номер 9, вверх. Ваша минута, пожалуйста. Спасибо. Кто выстрелил? 1-3. 1-3. 1-3. В этом порядке 1-3. Нет, 3-1. 3-1. 3-1. Значит, так, 3-1. Голосуют. 3. Вверх, а можно в Дискорде можно говорить? Сори, я там и там говорю. Простите, пожалуйста, девочка. Я предлагаю попилить. Попилить 3-1 и выиграть. 3-1. 1, если там что-то мы покажем, что он красным, то окей, давайте вводить. Пылим 3-1. 3-1 голосует в 3. Сейчас, у нас 9, блядь. Мы не можем, мы еще одна. Да, сорян. Так, тогда давайте поговорим. Значит, что я говорил? Значит,
Я говорил то, что на прошлой речи 2, 3, 4 была для меня команда. Я выделил то, что 6 и 7 меня покраснее, игрок номер 5, я выделил то, что меня подозрительно. Где 5, 6, ну, возможно, будет одна мать. Я докину ему время. Игрок номер 8 я сказал подозрительно. Игрок номер 10 сказал то, что я вижу в 3, 4 одну мафию, хотя я этого не говорю. Я сказал про 5, 6, возможно, там нет. Я так сказал. Спасибо большое, игрок номер 10. Артем, ваша минута, пожалуйста. Я про тебя вообще ничего не говорю. Я предлагаю девятку выводить, по-моему, самая речь, которая ничего не дает. Смотрите, восьмерочка, я хочу до тебя доебаться, потому что когда круг идет, начиная с Юры, начиная с тройки, ты показываешь, что 4-2 черные, потом, когда 5-6-7 принимают Юру и четверку, ты говоришь, что 4-2, ну да, 4 хороший, двойка хороший. Нет, нет, ты сначала показывал 2-4 черные, пока до тебя очередь дошли, для 4. Тебя двоечка красная внезапно стала. Ну, переобулся по дороге, ладно, бывает ничего. Орет странный чувак, который говорит, что двоечку все берут в команду. Да двоечку, блядь, полстава не берут в команду. Команду, если что. Но я не знаю. Не знаю даже, какую команду нарисовать. Но 3-5 разбегаются ни в одной команде. Пятерочка про восьмерку ничего не сказал. Троечка тоже до восьмерки не сказал. 9 говорит, что восьмерка у него подозрительная, но не говорит почему. Мне все к восьмерке сводится, как бы. Как-то так. Либо... Не знаю, 5-8 и кого-то еще. Спасибо большое. Игрок номер 1, Ариот, ваша минута, пожалуйста. Я не могу понять, для вас, типа, полстола не берет, берет пятерку. Это, блядь, сколько? 7 человек? Потому что вы взяли 5 человек. Я тупо сидел и считал этот момент. Смотрите, меня сейчас беспокоит игрок номер 7. Почему? Потому что на нулевке он сказал такой момент, что он играет 1-3-6, но на втором круге он сказал, что он подозревает 3-4. И это как-то не совсем сходится для меня. Дальше. Для меня немножко беспокоит Камик. Почему? Потому что у него нет вот этих вот самых разоцветов и попилов между командами. Когда он любит строить команду, но он почти никого из них не построил. Для меня это странно. Тройку я не особо вижу тут ни красный, ни черт. Для меня это просто серый игрок. Приуныл что-то, когда в него Ваня вкинул. Хорошо, он начал очень классную тему с тем, что он первый, кто начал хайп-трейд с тройкой и четверкой, но к нему не подвязался 6 и 7. 6 для меня это очень сильно краснеет, а вот семерка для меня очернена именно своей вот этой неточностью. Спасибо, спасибо, Ваня, не начинай. Так, у нас голосование, выставлены игроки под номером 3 и 1. В таком порядке будет проходить голосование. Кто против игрока под номером 3, поднимите, пожалуйста, руки. Раз, два, четыре руки. Ваня, это был докид уже. Игрока номер 6 уходит... у игрока номер 1 уходит большинство рук. Игрок номер 1, вас убили. Ваша минута, пожалуйста. Ну, короче, я говорю, посмотри сейчас игроку номер 7. Тут что-то не сходится. Дальше у меня десятка... Десятка, девятка, это хрен знает, я вообще не вижу их маф. Они говорят нормально. Десять, они... не выставил 9? Для меня 9-10, в принципе, это красные игроки. Они нормально говорят, они нормально раскладывают стоп, они все хорошо. Присмотрись, говорю, к семерке. Здесь явно что-то не так. Спасибо большое. И ночь, все спят. 10, проверка. Все спят. И просыпается мафия, показывает, кого она будет стрелять. Мафия сделала свой выбор. Мафия засыпает. Просыпается у нас Дон мафии, делает свою проверку. Дон мафии уснул и заснул. И просыпается комиссар. Чуть не сказал, какой это игрок. Делает свою проверку. И засыпает. Доброе утро, город! Но утро у нас, к сожалению, не доброе. Потому что на Луну улетел игрок номер 6. Ваша минута, пожалуйста. Смешно, кстати. Ну, не знаю, для меня тройка сидит по-черному. Типа, правильно, что мы выгнали единицу, потому что единица, блин, уже которую игру, ну, блядь, просто невозможно такое говорить. Ну, бля, это же ну, просто пизда вообще какая-то. Я его хуй знает, это невозможно, блядь, послушать. Сори, единица, но это просто пизда.
7 человек. Вот, пятерка, типа, 33 пятерка с двойкой, они там вроде там друг другу вены залезли, но для меня больше, если смотреть между двойкой и пятеркой, то двойка более красная, как мне кажется. Пятерка вроде, он пятерка тоже очень хорошо говорит, в этом прикол. Пятерка хорошо говорит, и, не знаю, я бы, скорее всего, между 9-10, если 10 красный, то, скорее всего, для меня 9-9 черный. Тройка для меня сидит черная. Между 7 и 8, не знаю. Не знаю. Большой вопрос. Большой вопрос. Не могу сказать. Ну что, понятно, что я мирный. Спасибо большое, игрок номер 6. Выключайте, пожалуйста, камеру, пожалуйста. И начинаем этот раунд с игрока под номером 3. Ваша минута. Марина, пожалуйста. Спасибо. Я комиссар, 5 черных. Я не комиссар, 2 комиссара, 2 черный. 2 черная проверка моя. Я прикнула в пятерку, чтобы посмотреть реакцию. Я комиссар, я не комиссар. Ну, блядь, я комиссар, ты не комиссар. 2 черная проверка, 5 я просто фейканула. Первым я проверила 4 красный. Я проверила Юру сейчас, потому что мне не понравилось, как они с пятеркой переговаривались. И мне не понравилось, что двойку сейчас все считали красным. Ну да, четверка уходящий красный сказал, что двойка красный. Поэтому я решила проверить Юру. Пятерка для меня сидела черный. То есть двойка сейчас проверилась черной, пятерка с ним вместе, я думаю, черной. Единицы я не уверена, уходил черным или нет, но в любом случае сейчас двойка черный, двойка уходит. Выставляю игрока номер 2. 4 ушел красным. 4 ушел красным. Да. Принято. Спасибо. Время. Спасибо, игрок номер 3, игрок номер 5. Айран, ваша минута. Выставляю игрока номер 9. Мне кажется, он почернее из пары 9-10. Вот, такое мнение. Вот. Ну, принято. Три комиссара, типа, можно, конечно, подумать над тем, чтобы два убрать. Но мне два казался красным, поэтому я пока подожду еще одного скрытия и пока не буду прямо от одного комиссара играть, потому что, ну, да, этого три было почернее, я выставлял ее, типа, что-то тогда, типа, когда я тебя выставил, ничего не сказала, типа, могли тебя убрать на самом деле, что-то там не скрывалось. Потому что комиссар на самом еще сидит. Давайте подождем, в принципе, тут все неплохо. Смотрите, вообще у меня команда была 3-7-9, 3-7-1-9-10, где 9 был почернее, потому что он прям там 2 краснел. И справа вообще думал, что 2-9 команда черная, но там 2 краснели все, он, наверное, скорее всего, красный. Ну, кроме версии госпожи номер 3. Один ушел, черт его знает, он ушел как ориот, на самом деле, а там как бы сами решайте, какой у него там был цвет. Вот, поэтому выставляю 9, думаю, что голосовать буду, скорее всего, в 9, там посмотрим. Жду комиссара. Спасибо. Большой игрок номер 5, игрок номер 7. Ваша минута. Восхитительная логика игрока номер 1, когда он уходил, что я черный. Нарисовал там такое, блядь, что я, типа, я не взял себе команду 5. Десятый меня подозревает. Ну, один, они после того и той гадайки меня подозревают, бог с ними. Пока что между 9 и 10 одна мафия есть. Для меня одна мафия между 9 и 10. Десятый говорит, играю шестым, нахуй, стреляется шестой тут же сразу же. Интересно, поставить тебя, что ли, или я только заметил это, скажи мне. Десятый очень... Десятый чернее, чем девятый. Не знаю, почему пятый так считает. Я считаю, что между 2-3 понятно, кто-то там. Одна мафия. И вообще, сколько у нас? 3-4? А, блядь, мы никак не ебанем, да? Я больше доверяю все-таки Марине, что она комиссар. Я больше верю Марине, Флэш. Ты слишком яро просил свою проверку. Зачем это красному игроку? По тебе этот цвет не дал бы, как и говорил четверка. Блядь, четверка ты не видишь комиссара за столом, нет? Я не комиссар, пятый комиссар. Пожалуйста, блядь. А, пятый уже комиссар. Спасибо большое, игрок номер... Наверное, 9 черный, раз он его выставил, нет? 2 красных кто? 10 красных. Спасибо большое, игрок номер 8. Камик, ваша минута, пожалуйста. Я только что думал, что, блядь, 2-3, 2 комиссара, и действительно, как и Ваня, ты, типа, ну, девятка покраснее, нежели десятка. Десятка говорит, что все пути сходятся к восьмерке. Я как красный, я тебя, не то, что ты меня топишь, я красный, я тебе сразу начинаю, ты продумаешь стратегию, этот, как она называется, на угадайку уже. Я выставляю 10.
Я буду слушать. Я не знаю. Подожди, тройка вскрывается комиссаром, а пятерка не говорит комиссар. А я думал, 2-3 вообще комиссары. Типа, двое, двойка показывает там и так далее. И тому подобное. Не-не-не-не-не. Блять, короче, мне, девятка у меня краснее, нежели десятка. Десятка говорит, что восьмерку хочет выкидывать, потому что все пути сводятся ко мне. А четверка фейканул меня, блядь. Я начал ржать, говорю, блядь, я говорил, что четыре не комиссар, хотел сказать. Спасибо. Либо четыре черных. Спасибо большое. Выставляете кого-то? Я посмотрю, ты выставил? Да, десятку. 10 выставлен. Хорошо. У нас выставлены игроки 2-9-10, игрок номер 9, вверх. Ваша минута, пожалуйста. Спасибо. Генезис, ты комиссар, да? Надеюсь, у тебя проверки 2 красных, 10 красных. Комиссары сидят, комиссары точно остаются, нам нужно решить, кого выгонять. У нас снова непроверенные красными игроками, это 9, 7, 8. Ну, удачно то, что игрока номер 5, 10, 2 красные. Два перекрестная проверка. Я выставляю. Ходит только 9 сейчас, 2 сидит. Я игрока номер 2, и буду выставить против игрока номер 2. 9 черный. 7, 8, 8. У нас 2 не будет. Давайте пусть вверх поговорит, у вас еще 30 секунд. Спасибо да. Большое. Игрок. Я выставляю игрока номер 2. Игрок номер 2. Выставлю. Буду выставлять против него. Игрок номер 5. Я не могу просто играть с игроком номер 5, потому что он хочет меня. Он комиссар. Я не верю тогда такому каданному комиссару. Очень просто. Спасибо большое. Игрок номер 10. Артем, ваша минута, пожалуйста. Марина, ты проверила. Еще раз покажи. Два черные, а вторая. Три красные. Первая. Я Марине больше верю. Да, я понял. Вань, смотри, я подумал, что ты 2-4 раз намаз рисовал. Это Камик его рисовал. Значит, Камик еще к тебе больше вопросов. Вань, верь Марине. Смотри, в чем дело. Даже на предыдущей речи я говорю про девятку, но что он мне нравится, потому что он какие-то мутные эти. Говорю, но его не выставляю. И тут Юра с пятеркой, они связываются и начинают показывать, то 10 выводим, то 9 выводим. Я не верю в 2-5. Они не говорят про восьмерку, ничего. Когда я говорю аргумент про то, что восьмерка говорит 2-4 черные показывает, до него очередь доходит, все окрасняют Юру, он говорит, да, 2 красный, 4 красный. Восьмерка, 2-5-8 это команда черных. Вань, просто прислушайся. Уходит 2, баланс 3 потом. А Камик сейчас говорит про меня, то что у него девятка краснее. Девятка, блядь, извините, ничего практически не говорит, и у тебя девятка краснее. Понимаешь? А ты мне говоришь, что я у тебя черный, но никаких аргументов не приводишь. Только один спасибо аргумент, что большое, до тебя все пути сходят. Игрок номер 2. Ваша смотрите, минута. Слушайте меня, господа, 7-10. Если кто-то из игроков 3-8-9 что-то скажет о моей речи, буду орать, как пизданут, я обещаю вам. Игрок номер 4. Самый сильный игрок за этим столом. Стреляется мафией в первую ночь. И говорит, 2 красный, 3 черный. Я вижу игрока номер 5 комиссаром по нулевке и вскрываюсь ему, говоря, что я его вижу. Он меня проверил. Игроки 3, 8, 9 — это тройка мафии. Я говорю игроку номер 5, проверяй 10, если 10 красный, 9 уходит. То, что вы делаете, игроки 7, 10 сейчас — это инсейн. И, Вань, послушай меня, не смотри на двух мафий, блядь! Игрок номер 4 сказал 2 красный, 3 черный, 1 красный. Почему 3 не вывели? Один проголосовал в себя. Игрок номер 4 дал завещание, что я красный. Я играю с игроками 5, 7 и 10. Сейчас уходит только игрок номер 9. 3, 8, 9 — это лучший ход игрока номер 4. Спасибо. Спасибо большое. И у нас голосование. У нас выставлены игроки 2, 9, 10. В таком порядке у нас будет проходить голосование. Поднимите, пожалуйста, руки, кто против игрока под номером 2. Раз, два, три руки. Поднимите, пожалуйста, руки, кто против игрока под номером 9. Раз, два, пять рук. Игрок номер 9, вас убили. Ваша минута, пожалуйста. Сейчас будет 2-5-9, черный. Вверх, ваша минута. А, моя минута? Так. Юра, очень-очень хорошо поговорил. Мы ни слова не сказали, но ты все-таки наорал на весь стол. Очень мирный житель. Я ухожу красным игроком. По вашему мнению, я черный игрок, но я не проверенный черный игрок. Если Генезис, Юра, точнее, из игрока проверки номер 10, я, то есть он может быть красный игрок, посчитал то, что я черный, то это, ну, очень хороший игрок. Я красный игрок. Спасибо, Павел.
Спасибо большое. Спокойной ночи, город. Все спят. И просыпается мафия. Показывает, кого она будет стрелять. Мафия делает свой выбор. Мафия засыпает. Просыпается Дон Мафии. Дон Мафии делает свою проверку и засыпает. Просыпается комиссар. Комиссар сделал свою проверку. Комиссар засыпает. Доброе утро, город. Утро у нас, к сожалению, не доброе. Мафия предоставила игроку под номером 10 последнее слово. Ваше место. Знаешь, почему я вас паранойил 2-5? Вы про Камика ничего не говорите. Вообще ничего не говорите. Окей, скажешь. Ладно, 2-5 больше верю. 3-8 черный. Все, спасибо. О, блин, Юра. Это было слишком экспрессивно. Мне кажется, это немного неправильно. Спасибо большое, игрок номер 10. И этот день будет открывать игрок под номером, если я ничего не путаю, 5. Давай. Пожалуйста, ваш минут. Выставляю 8. 8 проверенный черный в эту ночь. Игрока номер 5. Окрасняю все по нулевке почти. Игрок номер 5, окрасненный игрок номер 2 и 6, которые были один отстреляны, типа, а 2 проверенные красные. Я окрасненный игрок номер 4, когда стрелян в первую ночь. Вот. Со мной играл весь стол. Кроме 3 не играл никто. Его проверка 4, очевидно, что она была. 4 проверил себя проверку, но прикол в том, что его цвет не дает очень ничего вообще городу. Я проверял 2, потому что 2 мне дают цвет 9-го, 9 лесом в Вену. Если бы нашел 2 черным, скорее всего, 9 тоже был бы черный. Поэтому красный город. Игрок номер 2... И 7. Мы сейчас просто убираем. Кто? Черные? 3, 8, 9, Марина, черные. Все очень просто. Выставляю игрок номер 8 еще раз. Уходит только 8. Вот сейчас говорю только тебе на самом деле, Ваня. Пожалуйста, давай доиграем игру спокойненько. Последнюю на сегодня, для меня, по крайней мере. Вот. Уберем игроков черных 8 и 3. И все будет хорошо. Спасибо. Пас. Спасибо большое, игрок номер 5. Игрок номер 7. Бусинка ваша минута, пожалуйста. Не, вы гадайки уже оставляете. Ну, типа, имеется в виду 3-8 и 2-5. То есть тут две команды, тут два мафа сидят за столом сейчас. У третьей получается единичка черная, двоечка черная, да? Кто с ним? Пятый, да? Ага. А 9-10 для тебя не были? Не были черные? То есть у тебя команда 1-2-5. Это какая-то абсурдная команда. Это просто, ну... У тебя не... И проверять в первую на четверку, а с другой стороны... У вас обоих проверки, ну, такие, типа... С одной стороны, четверка более лучше проверка, чем двойка, потому что можно было бы цвет двойки дать, потому что, ну, типа, я считаю. Ну, что нет. Камик, ты... Камик, ты мне должен убедить, потому что я что у вас одинаково поражаю, что в них. То есть я вообще хотел, то есть 2-3 выгонять. То есть сначала 2, потом 3. Ну, 3 в 3 могло выйти, типа, 3-8-9 могло быть. Понимаешь, что я самый красный, я буду отстреливать, вы должны меня убить, сейчас может быть 2 в 2 выйти. Это все, спасибо. Выставляю игрока номер. Я выставляю игрока спасибо номер. Спасибо большое. Потом уже дальше идите. 8 выставлен. Игрок номер 8, Камик, ваша минута, пожалуйста. Юр, вот ты говоришь насчет красных окраснений там и так дальше. Ну, то, что ты делаешь, некрасиво. Вот. Потому что, блядь, сука, пиздец, ну вот так вот можно сделать? Ну ёбаный в рот, ну серьезно, да я не хочу доигрывать эту игру. Точно. Ну типа... Сори. Ну типа, блядь, ну так нельзя окрасняться, ёб. Тут не выиграть просто. Ну, потому что семерки показывают, типа, 4. Я уже запутался, по-моему. 4, 2, 5, типа, черные, я говорю. Марина показывает 1, 2, 5, черные. Я уже запутался, понятно, что я ухожу. Ну, блядь, ну, так кричать, ну, пиздец. Я, блядь, буду в следующий раз, не знаю, клавиатуру ломать, блядь, чтобы мне верили.
Не знаю, не перекричать просто. Ну, играем же в нормальную мафию. Простите, пожалуйста, если что, за это покажу. Спасибо, Пас. Ну, я думаю, что стоп игра. Нет, я буду говорить свою речь. Можешь говорить? Давай, Юра, твоя речь. Буду говорить. Значит, сначала по игре, Ваня. Я не взял игрока номер один в команду. Игрок номер три взяла меня, но не взяла один. Дальше. Я поставил руку в игрока номер один при голосовании 5-4. 4 голоса. Тройку. То есть я вывел свою единицу. Игрок номер 4 сказал, что в 1-2-3 есть один маф. Я сказал, что в 1-3-4 есть один маф. Получается, что игрок номер 4 ошибся, что в 1-2-3 не один маф, тройка, а два маф. Игрок номер 4 ошибся. Далее. Игрок номер 4, уходя, говорит, что я красный, и что игрок номер 3 черный. Завещание не слушают, выводят игрока номер 1. Игрок номер 1 в себя сломал попил. Он не проголосовал за тройку. Один красный, я и говорю. Игрок номер 1 в себя сломал попил. Он в 3 не проголосовал. 3 черные. 5 я понял, что комиссар. Мы с ним нашли общий язык. Дальше. Игрок номер 8. То есть я поступаю некрасиво, повышая голос. Вы ебаша клавиатуру, поступаете красиво. А Фил, который орет каждый раз, кого красный выводит, поступает тоже красиво. Спасибо, потому что ему замечания не делает. Спасибо. Большой игрок номер 2. Игроку номер 7 вы замечания не делаете. Игрок, показал это пример. Игрок номер 3. Ваша минута, пожалуйста. Не знаю, до речи Юры у меня была там речь хорошая, заготовленная, там что пятерочка не голосовал в один выводить, а двоечка голосовал в один, ты сейчас говоришь, что ты голосовал в один, ты просто знал, что все проголосуют меня, поэтому голосовал в один, чтобы увести от себя подозрения, такое могло быть спокойно. 2-5 команда рисовалась очень хорошо. Рисовать команду 7 сейчас, да, или 10 я не могла, потому что 3 мы бы проиграли, тут остается только один черным давать. Не знаю, Камик, мне кажется, если бы ты не психанул, мы могли бы попробовать хотя бы. Нет, невозможно. Я запутался, понимаешь? Я говорил, смотри, у меня была тактика, если бы ты четверку не проверила, я хотел Камик, 4, типа... Камик, не твоя речь. Я не могла говорить, что 4 черный, потому что я на своей первой речи после смерти 4 сказала, что он красный уходит от меня, и что я играю 4-2. И не могла давать четверку черный. Время. У нас на голосование выставлен только игрок под номером 8. Игрок номер 8. Ваша минута, пожалуйста. Я понял. Ну, типа, тактика была другая, на самом деле. Чтобы 4, типа, самострельнулся, да, и 2-5, вот, ну, они прикольно, вот реально они могли так на мафии играть. Типа, с 2-5 переглядываются, и им кто верит, потому что это... И это было такая... Ну, ты, блин, назвал... Ну, это такое уже, это уже... А, Юр, насчет этого, говорю, это просто, бля, ну, типа, окраснение мне стоило 1000 гривен, если что. Тысячу гривен, да. Не помогло, брат. Ну, я понимаю, не помогло, но, бля, короче. Сам прикол в том, что Юр так через игру делает на черный. Простите. Да, я понял. Да? А да. Я не видел, когда чем черным он так делает. Простите за это. Ну, тут не вытащить было уже. Спасибо, Пас. Я ухожу. Спасибо большое, игрок номер 8. Спокойной ночи, город. Все спят. Ена, ты тоже спишь? И просыпается мафия. Мафия сделала свой выстрел и засыпает. Просыпается Дон, а на Дона всем похуй, ладно, хуй с ним. И просыпается комиссар. Комиссар делает свою проверку и засыпает. Доброе утро, город. Утро, на сожалению, не доброе. Игрок под номером 3 умер. Ваша минута. 2-2. Короче, я не знаю, просто мы должны были двойку уводить как черную проверку, все решили уводить девятку, хотя девятка даже не была проверкой черной. То есть у пятерки была проверка 10 красный. Спокойно могла быть команда 2-5-10. Спокойно могла быть команда 2-5-10. Нет, до того, до 3-3. Когда убрали девятку, мы не должны были убирать девятку. Могла быть команда 2-5-10. Ну там просто уже там надо было решать, типа, какую сторону вы понимаете, но вы приняли правильную сторону, то ладно. Да, заебись, бля, меня оставляйте, нахуй, угадайте все время. Ну да. А чё вы меня стреляли? Лучше бы гипертокса оставили. Он, может быть, заруинил. Стоп, стоп, игра. Говорит, что он верит мне, а потом ставит руку в мирных.
Юр, а можно чуть-чуть меньше меня палить перед столом? Просто вот ты такой улыбаешься, такой, типа... На самом деле, меня заебало то, что, типа, ты комиссар, я это вижу, это никто не видит, после этого ты скрываешься, говорят, 2-5, чего? Я перегнул, сори, я кричал, я согласен, Артем, с тобой, я согласен, нет, чуть нет. меньше с дедом, наверное, то есть если бы дед, типа, не разъебал клавиатуру, я бы Просто это для тебя было странно, вот и все, не то, что ты там больше фива Я понимаю, ребят. Я пытаюсь семерку, как сказать, 4, 2, 5, то, что я тебе показывал черный. А я до конца, я до конца смотрю, я сказал, что ты красный, что ли, или что? Я спрашиваю, я еще даже не понял, что ты нахуй. Ну, на самом деле, я не могу в 3-3 играть. Но как Юра сказал, по его аргументам, именно по аргументам, он сказал, хорошо. Ген. Нет. Не могло быть команды. А я, Марин, тебе перестал верить. А есть инфа по вскрытию, блядь, никогда нахуй, пока тебя Юра не вскрыл. Ты же проверили. Я не слышала десятка, я что-то заедалась. Говорит, комиссар еще вскроется, там все красные показывают. Да, Юра черный, сидит, блядь. Да, я это, комиссар еще вскроется. У меня была игра, где я выиграл игру, типа, на комиссаре не вскрывшись, поэтому я не знаю. Ну да, это my bad, типа, я его запутал, поэтому сори. Юр, Ген, ты там был комиссаром для всех красных игроков? И там все красные игроки знали твои проверки до того, как ты их озвучивал, как бы, поэтому... Да. Камик, нахуй ты клавиатуру разъебал? Да похуй, блядь! Ну, блядь, пиздец, я вот... ну, короче, забей. Ну, это было примером, типа, вот, и для Фила, и для тебя. Ну, блядь, я пытаюсь купить. Охуенный пример. А я сижу, говорю, 2-4. Не может быть команды почти. Меня, на самом деле, чуваки, мне много людей в чате говорят, что, типа, от других это ожидают, от тебя нет. Ебать, вы помните, когда Фил первый раз, когда, типа, красный, называли его красным, Фил орал так, что, блядь, у нас конференция наша, я, Ванечка, Фил Картман, называется к Филу на орбиту, блядь, даже. Фил орал там так, что пиздец. И никто клавиатуры не разбивал. Камик. Короче. Рыщи, Камик, не могло быть команды. Смотри, 5, Ваня, третий сбивается с Жикомом в двойку, блядь. И 2-3 раз на масс. Смотри, раз на масс. Да, я слушай, Вань, ты не играл против этих магистров. Я тебе отвечаю. Я играю сегодня, что-то такое. Не-не-не. Они вот этот вот... Дайте минуту, так, короче. Так, почему у тебя 2-3? Почему 1-3? Я бы еще одну копнул, но минута бирает бэк. Почему 2-3? Да. В двойку топят 1-3. Надо рывать. Тройка поддерживает, а единица черная. Значит, соответственно, разномаз там. 2-3 разномаз. 1-3. Тройка везде фигурирует. Понимаешь, что просто... Я же говорил, 3 не с 5, 3 не с 6. Понимаешь, в чем дело? Я как говорил, слышишь? Четверка же не мог бы самострелиться, он красный, типа, правильно? И он оставил замечание, что 3 черные, 2 красные. Это такой, на нахуй пошел. Марина, у тебя сегодня шедевральное скрытие. Я комиссар, 5 черный, не комиссар, 2 черный, то есть 2 не комиссар, я комиссар все еще. Это было гениальное скрытие, я уверен, ты вообще почти... Ты все равно купилась 10-го, типа, вообще прям вот так вот. Сидел тебе. Я говорю, что он красный, он такой, нет, поэтому не верю. Камину не найдете? Покупает мою руку, получается. Я поверил потом. Ребят,